Вечер добрый. Есть новости, и поэтому я хочу с вами поделиться. Поэтому снимается это видео. Начнем со шкатулок. Тут, короче, всего разговор будет. В общем, я тут вклеил направляющие. Направляющие, они вчера были вклеены, сегодня только еще высохли. И поэтому я за них еще более не брался, так как... То есть все должно засохнуть хорошенько, потому что клей такой особенный, то есть более плотный, более крепкий, но требует времени. Но сегодня уже можно было вырабатывать, но я уже раньше, наверное, заикался о том, что я люблю работать со сталями, с древесиной в последнюю очередь, когда вообще нечем заняться. Бритовки, которые я показывал в предыдущем обзоре, уже три. То есть две укатились. Вот. Одна вот сегодня была отправлена в Армению. Я очень рад, что там люди попробуют то, что я произвожу. Вот. То есть, я думаю, там тоже есть желающие, тоже, которые бы хотели бы оценить мое качество. Причем вещи качественные, как говорится, не подведу. Бритовки не подведут. Вот. Три штучки. Сайт так у меня не фурычит. То есть там, как не фурычит? Он все работает, но на него грузить пока нельзя. Ничего нового, поэтому они пока ждут. А я с терпением великим просто жду, когда этого будет возможно. Сейчас я покажу, что я творю на данный момент. Паузу на минутку. Вот так вот. Это обещанные мной бюджетные бритвы. То есть я сейчас не буду вам заливать в уши, что мне это невыгодно, потому что так и есть, но это все не важно, потому что я хочу, чтобы многие попробовали русское качество в русской бритве. И вот для этого я произвожу. А так, во всем остальном, то есть у меня есть еще покупатели, мне, вот, допустим, брали образец, опять в Европу укатился он у меня, на Северную Европу, то есть там одну штучку взяли попробовать, заценили. Так скупо все как-то было в разговоре, все это так было. Слава богу, что они по-русски умеют там разговаривать, хотя так себе, но умеют, понятно. И вот было так скупо сказано, да, нам понравилось. Еще десяток. То есть одну попробовали, им еще звонком маленько прервали наш обзор, можно так сказать. И вот давайте я вам покажу, что я на данный момент произвел. Вот такие вот клиночки. Это бюджетные. Вот, сталюга. Просто кованые. Там ни в переходах, без ничего. То есть, но все равно я своих 59 единиц выжил, чтобы у них были. Потратился больше не на вот все остальное, то есть, что тут можно было еще сделать, а потратился на лезвие, чтобы оно хотя бы выглядело так вполне презентабельно. Так вот. Потому что, ну, как-то стыдновато, блин. Даже пускай за бюджетные бритвы. Вот видите, все равно же остались у меня эти вот следы ковки, которые надо было там еще долго гонять. Чуть-чуть он, да, остались они. Но лучше, чем просто вообще было бы драное лезвие. Вот такие вот будут бюджетники. Но за счет того, что я вот это вот все дело перевыглаживал, по лезвию повыводил, будут немного дороже. Ну как немного, я их вообще рассчитывал где-то в 4500 уложиться. Но так как захотел, чтобы они выглядели более человеческими такими, то есть не пожалел ничего. И сделал их вот так вот. В более дорогом исполнении. Ну, насколько более дорогом? Не настолько, что прямо дорогом. Вот, видите, тут цена осталась. Потому что если я по плоскости догонял бы, это еще были бы такие процессы муторные. Ну, не то, что муторные, но еще бы добавили. И лезвие было бы просто бы такое серое, невыглаженное. То есть, вот как бы так.
Поэтому лучше сделать так. Но они, эти бритовки, будут где-то в районе пятерочки. Так что я думаю, все равно в итоге они могут называться бюджетными. Вот. Они отличаются насечками наверху в основном. Это узкие. Это я опять эти модельки взял. Вот похожие вот на эти. То есть из узких. Это где-то 5 восьмых. А это примерно где-то... Ну не примерно, а прям стопудово. 6 восьмых. Даже может с легким плюсом так вот. Да, все 75% клин. Иначе я в бюджетной бритве совсем не убираюсь. То есть, вот, ну, или-или. Если я сделаю одну-вторую вогнутость, то все. Там цена сразу кверху подскакивает. Вот видите, бушок гладкий. Вот она этим отличается от других. Вот, видите, отражение руки. Чтобы было понятно. Потому что эти цапки, они блестят на фонарике всегда. Вот. Сейчас возьму, они скользкие, как никогда. Их только полирнуть, и все, они начинают в руках скользить. Ну давай же, резкость. Вот так вот. Сейчас испарина появляется от рук. Руки всегда горячие, от работы нагрелись. А по отражению, вот. Видите, наверное, да? То есть, вот. Вот так вот все это выглядит. И давайте уж покажу, раз уж начал. Опа! Ох, как удачно тебе с резкостью-то. Хоп-хоп. Вот такие вот варианты у меня. Сейчас я откалибрую отверстие, и можно будет к этим уже клиночкам подбирать оправы и собирать. Единственное, что я только их буду оправы производить для бюджетных бритв или какую-то так недорогущих древесины, какую-то там найду, может, древесину, или акрил. У меня других вариантов нет, чтобы сюда вот приткнуть, и чтобы у меня все это как-то прям вот вписалось в пятак. Мне нужно, чтобы прям вот как-то вот упереться так, чтобы не более 5000 все это было. Иначе какие же они бюджетные в итоге, да? Вот. Но должны реально порадовать своих пользователей. То есть получите реально бритвы, реально рабочие. И 59 единиц, это прям отлично. То есть для таких бритв, для такой ковки. Новости все. Спасибо за просмотр. Ну, до новых встреч, как говорится, увидимся.